Всем привет! Мы собрались в магазинчик съездить, как всегда, за продуктами. Подъели все. Подъели. Посмотреть, чего там нового. На что опять цены выросли. На что не выросли. Съездим. Настроение как сперли. Никакого нет. Еще если зайдешь новости, почитаешь, вообще труба. Красный. Подруга была у меня, сидели, разговаривали. Где вот на планете найти такое место, где вот тишина и покой, где вообще не знают слова такое, конфликты, войны, вот это вот все. Чтобы туда уехать и жить спокойно. Я не могу понять, почему людям не живется спокойно. Только и слышишь теперь новые страны. Тот туда хочет идти, тот туда хочет идти. Все хотят чего-то завоевать, чего-то отбить. Нет, чтобы порядок какой-то наводить у себя в стране. Им чего-то надо. Чего-то хотят получить. Пиздюлин, наверное. Сейчас закрывают, блин, курортные страны. Там нельзя, там то, там нельзя, там это. Италия закрыли, потому что мало спасателей. Пляжи закрываются многие. Бред какой-то. Там какой-то военный конфликт. Там только назревает. Все куда-то идут, все чего-то завоевывают. А людей простых спросили, им это надо? Повелители сидят там сверху. Людям простым это надо? Цирк Шапито. Живи и смейся, называется. Усаться можно от смеха. И все. Насмотришься, наслушаешься. И потом начинаются головные боли. Трясешь машину, Сережа. Вот такие вот дела, делишки. Съездим. Посмотрим, чего там есть. Вот наш бензин. 2,04 €. Замечательно просто. Вон черешня уже у людей созревает. 3 €. Картошку. Там, а там какая картошка? 2,79 €. То же самое все. 2,99 €. Так, огурцы у нас есть, помидоры есть, капуста есть. Свекла вареная. Взять одну. Тоже 79 центов. Так. Такие тоже томаты перетертые. Надо взять. Так. Сладости. Даже рапс. Эль стоит на удивление. Масло рапсовое. Подсолнечное так и так стояло. 3,99 €. А это рапсовое даже есть. Никто не расхватил еще. Удивительно. Уксус мне надо. Куриная грудка. 11,49 € уже стало. Раньше было 6 €. Нормальненько так, чё? Угу.
сыр, я не знаю, есть у нас, нету. На, Сереж. Да, такой цены никогда, конечно, не было. Девочки, в принципе, все, что взяли. Взяли черешню. Сережа слюной зашелся. А? Ну ты проходишь мимо. О, что это, черешня? Черешня. Курочку взяли. На. Потом такую курочку взяли. Колбаска свина. Сладости. Свекла отварная уже. Сырочек. Нектарины взяли деревянные, их надо, чтобы они постояли. Картошка. Лимошка. Бананчики. Это сыр. Молока нет. Сыра Сережиного нет. Привык. Гурман. Теперь будешь кушать то, что есть. А это? Молока вообще никакого нет. Почему в холодильнике есть молоко? Ты что? Ну вот только то. Коровье-то не порошковое. Это есть? А это? Ягодки взяли. Ну, на раз покушать. Как-то так. И все. Даже не знаю, что еще. Дома есть, нету. И водичку. Зашли в обувной. У тебя же такие типа есть. И что они стоят? 39, что ли? Нет, 35. Ну иди, мери пока. Мне нужны девочки на работу. Легкие. Легкие. Башмачки. Легенькие. Здесь этого я не вижу. Такие. Все время, как что-то надо, не можешь найти на свою лапу размера. Зашли Алене взять башмачки на работу. Как старается. У него синих ботинок пары три. Вот такие простые кроссовочки взяла на работу. Как раз прыгать. Недорого, 24 евро. Вот такую башню обозрения зачем-то построили у нас. Просто землю, когда туннели рыли, некуда было вывозить, и они решили вот такую башню обозрения построить. Башню, а как назвать? Курган, короче, возвели. Ну да, курган. Возвели курган и типа облагородили. Этот курган лет 8 возят. Ну да, сколько туннель строят, столько и обещали нам этот туннель. Он, в принципе, нам не нужен. Это для вот этих больших грузов, чтобы они вот по этой дороге не ехали, а ехали через туннель и выезжали на автобан. Это для них делают. Обещали вообще за 2 года справиться. А фиг там, как обычно, короче. Мы сидели, решили поехать купить дёнер и все. И весь наш ужин. Купим, покушаем и сытые и довольные. Блин, мне на работу еще.
Тут тоже он полным ходом на строительство моста. Ну, мост поставили, вот новое. Это что? Тоже мост. А, это вторая линия. Это. И сюда сдвинули. Да, да, было. Там спереди. Они оттуда отодвинули сюда. Оттуда, отсюда. Нельзя так говорить. Напишешь, что ты необразованный. Вот мы между... Надо от с той стороны с другой стороны. Вон дяденька бегает. Спортсмены, видать. Косметики. Столько много дома. Тушь какой-нибудь. Так, такая щетка. Полоскивательно купить тот, который хочу, нету. Взять просто этот. Вот такой парфюм для вещей. Так, чего мне еще надо было? Это для черных вещичек. Такой платочек, чтоб цвет не теряли. Все, девочки, буду ужинать. Съем эту всю, и пускай мне будет хуже. И на работу пойду. Есть хочу аж. Не знаю, что делается. Кто бы ничего не говорил. Буду заниматься поеданием. Сереж, сколько времени мне на работу? Прям руками буду. Ну, успею еще проглотить. Вот, девочки, забежала в Росман. Купила, значит, 4 дезодоранта, потому что у нас кто-то его, видать, съедает. Краску купила для волос. Потом в туалет. Унитаз такая вонючка. Как-то уже показывала. Это туда же заряжатель в шприц. Тут какой-то цитроновый. Этот какой-то цветочный. Ну, пахнет вкусно. А то у меня закончился. Тут показано, как делать. Купила себе пирсинги. У меня все растирались уже. Такие серебряные. И такой вот
Парфюм для вещей. Кто пользуется, я иногда кидаю в стиральную машинку для постельного белья, вот, чтобы запах был хороший. Пахнет вкусно, георгин нарисован какой-то. Ой, короче, не открыть будет сейчас у меня. Короче, вот такие гранулы. Я знал. Ой, какой запах пошел. Я как-то была орхидею брала. Тоже вкусный. И это долго держится. И вот именно Ленор. Другие все, они не оригиналы. Не то. А вот Ленор долго держится. Ну и башмачки себе на работу, естественно. А, еще тушь вот купила. Не знаю, какая хорошая, нехорошая. Я поняла, сколько дорогих брала, сколько попадала такая кака. В этот раз решила дешевенькую взять. Внутри Ойран. С чем-то. Вот так вот. Какой запах по дому пошел сразу. Я, знаете, чего сделала? Вот эти гранул рассыпала, парфюм для вещей. Рассыпала и собрала. И думаю, засыплю. У меня это очиститель воздуха. И там крутится, затягивает туда пыль, там водичка и вентилятор такой. И засунула туда этих пару гранул, и теперь по дому у меня запах пошел. Освежитель получился еще воздух. Едем, девочки, к тетке за кальмарами. Кальмаров дает. Что я с ними буду делать, не знаю, правда, с теми кальмарами. Ну, придумаем чего-то. Кстати, на выходных в газете вон стояла. Ехала дама за рулем и везла своего попутчика пьяного. А он, она ехала на скорости, а он взял ручник, поднял. Прикинь, какой придурок. Ну, ничего там, что я, не это самое, не интересовалась дальше. Ну, конечно, что-то было, авария во всяком случае была. Ну, сам подумай, ехать, ну, скорая была, значит, авария была. На скорости ехать и ручник сейчас, полный тормоз, блин. Ну, если, ладно, если ручник выдержит, но... Тем более женщина за рулем. А если он не выдержит, то лопнет тросик. Вот так-то придурков сажать пьяных рядом. Ну, уже был же опыт с родственниками. И все. Так, принесли, значит, мы дали нам это хек. Хек. Блин, это кальмары. Я сказала, есть немного. А это что? Не знаю, тоже что-то рыба какая-то. Куда столько кальмаров? Что с ними делать столько? Ничего. На расфасовать. Дай-ка там мешочки. Или возьмем тебе, да. Там же должны быть какие-то. Морозилки места нет. А, да, пахнет рыбой на весь дом. Кальмарики. Большие кальмары. Ай, к рукам прилипает, Сережа. Давай. А что с ними делать? Да хоть что. Та же самая рыба. Все, наверное. Рыбу я оставлю. Можно стушить завтра. А, кальмары. Морозилку. Там места нет.
Но потом не откроется. Там еще этот козырь лежит, все лежит. Это куда? Это в холодильник положил, он завтра приготовит себе. Я ж ему взяла. Все, это не влезут эти? Эти нет. О, короче, вот так. Надо их в келлер, наверное, унести. Опять кто-то ходит. Табунами ржут. Вчера вынуждена была посреди ночи встать и закрыть окно, потому что невыносимо было. Кто-то вот здесь прям ходил с собакой и свистит, и свистит, свистит. И я уже была так уснула хорошо. Думаю, чтоб тебе в одно место свистнуло. И это. Закрыла потом. Опять надо было засыпать. А, это... Украинские беженцы вот ходят тут. На автобус пошли. Разговаривают по-русски. Ну, в смысле по-русски. На суржики. Дурит. Все, теперь этот... Все зеленью заросло. Ничего не видно. Еще бы окна мне кто-то помыл с этими дождями. Вот такие вот дела, девочки. Будет хорошая погода, будем мыть окна. Тут у меня хризантемы, в смысле орхидеи, выпустили. Тут цвести будет. Вот такие вот дела-делишки. Что-то засыхает. Так-то вот. Все, отработала Алена. Пойдет в душ. Телевизор немного посмотрю. И баюшки, чтобы завтра опять на работу. Девочки, вот так день и проходит у нас. С одной работы на работу. Такие дела.